Всем добрый день, меня зовут Арсен, я мастер буровой. Сегодня я вам проведу экскурсию в жилгородке буровой бригады. Здесь у нас вагон-сушилка, пройдемте со мной. Здесь у нас люди сушат свои вещи после каждой смены или перед каждой сменой. Вещи у них сухие и теплые. Здесь у нас жилой вагон, где люди отдыхают после рабочей смены. Пройдемте. Так, в каждом вагоне у нас присутствует кухонная зона, спальная зона, где люди отдыхают, выпивают чаи. Вагоны наши очень комфортные, теплые. Даже при низких отрицательных температурах здесь достаточно комфортно. Здесь у нас находится вагон-офис. Прошу. Здесь у нас находится доска информации, а здесь у нас находится доска планирования. Каждую смену мы здесь собираемся с вахтами и обсуждаем планируемые работы. Здесь у нас отображено боение, план, нагрузки, режимы, промывки. Также указаны риски и мероприятия, чтобы этих рисков не было. Это у нас вагон-сауна. Прошу вас. Здесь у нас находится емкость для хранения воды, тент для нагрева воды. Также присутствуют 4 кабины душевых, которые бесперебойно обеспечивают теплой горячей водой. И также присутствует у нас парильная зона. А это у нас вагон-столовая. Прошу. Здесь у нас находится обеденная зона. Здесь у нас находится кухонная зона. А подробнее о столовой вы увидите в следующем видео. Вам об этом расскажет наш повар Юлия.